Здравствуйте, сегодня мы посмотрим Roots Accommodation. Это один из самых дешевых типов accommodation, который выглядит примерно вот так. И сейчас мы пойдем внутрь. Вот так вот выглядит кухня. Кухня обычно пропорциональна размеру всего здания. Соответственно, эта кухня выглядит как будто бы на 8 человек. Обычно для всех достаточно мест, куда можно положить еду, достаточно мест, чтобы себе сесть, и два холодильника, и два морозильника. Скорее всего, обычно это будет по две полки в холодильнике, по две полки в морозильнике в каждом. И вот так выглядят, соответственно, комнаты. Which one is available for the viewing? Any? That's good. Okay. Так как выглядят комнаты, то есть у вас будет шкаф, свой собственный умывальник, кровать и замечательный вид на Warwick. Это общежитие будет соответственно, thank you. Yeah, oh yeah, thank you. So that's how the showers look, and that's like the toilets. Yeah. There's another like newer shower down here as well. Okay.